Привет всем! Вы смотрите видео в школе Джобса. Сегодня поговорим об идиомах в английском языке. Как мы знаем, идиомы – это устойчивые словосочетания, свойственных только одному языку. Например, в русском словосочетание «бить баклуши» никак дословно не переведешь на другой язык. И в английском тоже часто встречаются, и их надо знать для обогащения речи. To squirrel something away – копить или откладывать что-либо. Как это делают белки – откладывают еду на зиму. Пример употребления. John's salary is very low, but a few years ago she started to squirrel money away. У Джан очень маленькая зарплата. Тем не менее, несколько лет назад она начала копить деньги. Ига бива. Человек много и охотно работающий, трудоголик. Дословно переводится как страстный бобер. Пример. Sam is not at all an ego beaver. He hates hard work. Сэм не трудоголик. Он ненавидит тяжелую работу. Idiot Box – телевизор. Здесь очень хорошо прослеживается то негативное влияние, которое оказывает телевизор на человека. Люди тупеют и перестают адекватно мыслить. Также в интернете его кличут зомбоящиком. To be of the moon – быть на седьмом небе от счастья, от радости, быть безумно счастливым. И пример употребления. My husband and I are expecting our first baby next summer. We're absolutely of the moon. Мы с мужем следующим летом ждем первенца, и мы на седьмом небе от счастья. Еще есть очень много разных идиом. Интересуйтесь, развивайтесь и любите английский. Если видео было полезно, не забывайте подписаться на канал и вступить в группу ВКонтакте. С вами был Бостон. Пока.